Всем привет! Казахстанка Элизабет Турсунбаева будет менять программу и пробовать новые элементы фигурного катания. Спортсменка вернулась в Казахстан после триумфального участия в чемпионате мира 2019 по фигурному катанию. Турсунбаева будет участвовать в шоу российского фигуриста Ильи Авербуха. Очень приятно, что меня так встретили. Я до сих пор рада тому, что мне удалось завоевать серебряную медаль. Что касается прыжка, то четвертные это всегда сложно выполнять. Пыталась до этого дважды его исполнить, но у меня не получалось. Именно на чемпионате мира вышло так, что я была в нужное время в нужном месте. И все-таки смогла его сделать. Результатом очень довольна. Насчет того, осознала ли я не могу конкретно что-то сказать. Через день сразу начала тренировки. Вчера также провела тренировку. Медаль, конечно, хорошо, но работа продолжается. Сейчас многие начнут менять программу. Моя команда займется этим в межсезонье. У нас есть хореограф, технари, другие специалисты. Будем составлять свою программу уже на сборах, пробовать новые элементы. Выступление в шоу у Ильи Авербуха станет моим первым подобным опытом еще и в Казахстане. Большая честь для меня. Очень бы хотела, чтобы мои болельщики пришли посмотреть. Хочу всех увидеть. Спасибо за поддержку, сказала спортсменка. Элизабет Турсунбаева стала первой в истории фигурного катания, кому удалось успешно исполнить четверной сальто на взрослых соревнованиях. Этот элемент она выполнила во время выступления в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, где она заняла второе место. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.